Советский труженик наслаждается теплым деньком и вниманием. Спустя 45 лет у памятника водителям Великой Отечественной второй день рождения. Инициатором вообще вот восстановления памятника был Роман Витальевич Репа, директор автобазы номер один, потому что этот автомобиль именно исторически на этой автобазе работал. Вообще сам по себе автомобиль, он представляет собой очень историческую ценность. Это дает нам возможность сегодня прикоснуться к тому святому, на чем наши деды, прадеды ездили во время войны. Памятник реконструировали, обновили постамент, сквер выстелили брусчаткой, посадили новые деревья и цветы. Сделали прекрасный мини-сквер, как я ранее уже говорил, из хороших, доброкачественных материалов. Жители города в любое время, после, конечно, вот этих событий, связанных с новой коронавирусной инфекцией, могут спокойно прийти, спокойно вспомнить, привести своих детей. Это наша победа русских людей. Когда узнал, что будет открытие этого сквера, посвященного участию автобазы в войне, решил сводить внука и поприсутствовать на этом мероприятии. Большое слово победа, конечно. Деды нам, что мы здесь оживем, это все ради... И они погибли, а мы продолжаем их жизнь. А так все хорошо. И памятник, все отлично. По словам жителей, об открытии узнали случайно и не могли не прийти. Торжественная ленточка перерезана, цветы у постамента. Построенный в 75-м году памятник обновили в честь 75-летия Великой Победы. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.